В Нижнем Новгороде назвали размер идеальной зарплаты. В среднем это 205 тысяч рублей в месяц. Интересно, а какая идеальная зарплата у саровчан? И на что чаще всего они тратят деньги? Спросим у них. Идеальная. Ну, наверное, 1120 в месяц хватит. Где-то 1080, наверное. 1100. Я думаю, это было бы хорошо. 1100 для вас? Я не работаю. А вот так вот. И вот если бы вы работали... Если бы работала, ну, я думаю, 1070. Я уже на пенсии. Ну, а вот если бы работали? Ну, я бы думаю, что 1040. Ну, допустим, около 120. Все зависит от должности, но, наверное, 1120. Вот так вот, чтобы вообще и детей растить, и... Ну, в общем, на все хватало, чтобы. Ну, 150, 170, не знаю, что-нибудь такое. На семью из 3 человек, жена, ребенок. Я считаю, нужно где-то в районе 150 тысяч. А на что чаще всего тратите деньги? Ну, это какие-то бытовые, жизненные необходимые. Ну, то есть питание, школы, кружки. Да, я тоже на ребенка сейчас в основном. Ну, хотелось бы вот в декрете еще, да, как-то чуть больше путешествовать. На житье, на путешествия, на еду. Мне жалко деньги тратить на лекарства, но приходится, да, скажем так. Ну, на еду тоже скромно. Ну, как бы сказать, я, наверное, помогаю детям. Поездки, еда, да и, в принципе, все. Да, на все, как и все, одежда, еда. На вещи ребенку. Очень часто покупаю. Вот, ну, потому что хочется не то, что не портится, а хочется красивого каждый раз, и поэтому вот чаще всего на них. На стройку, скорее всего. Да. На стройку, ну и на продукты.